А лапку дайте. Я пустил, блин, бафайся пока. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мы на ком был квадрат в Мелизоне? Кто ловишь? Ранга, наверное. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил детей. Ну, думаете, что с третьим Шаркачем нельзя убить босса? Но я не буду слушать. Ну, потому что. Версабы. Ну и она не ваншотает. Ну, это у босса Версабы. У босса Версабы. А не у Шаркача. Да будет так! Герои в атаку! Так не, ну он третьего затаунтит, а к этому времени один из шаркающих умрет. Давайте рост. Я про них вообще не задумывался. Нелики ловушка. Да, в звездочку. Ты ловушка. Я тебя накачу. Ну. РДД ловушка. Карт. Смотри, тебе ромбик. Нелики ловушка. Ранга чума. Да, ловушка перебежали. Слышал, Буди? 7%. 7% еще. Блин, капли на утроба. РДД ловушка. Animal Jazz, капли на утроба, кувач, чума. Диспел транга, диспел транга, диспел транга. После ловушки все на край идем. РДД ловушка, все на край, 1%. Биллинг чума. Диспел его, диспел, дисармери, диспел. То, не матерись. То не вырастешь. Гимн на ману, да ее ставьте тут. Давайте, раньше набрали все. Весь урон получаем от шаров. Security держи Inner. Conscurity Inner Jailis. Так, на кого же СС кинуть? Давай их разум на воду. Ладно, не знаю. Сколько он сейчас умрет? Первого духа добиваем. Теперь второго. Надо 2 ляма 500 слить. Давали. Звездочку не забывай, подводи. Духа сама не будет. Хватит, все под босса становимся, играйте. Че? Два расхватила Холипала и сову. Дайте все вальки.
Вальк, все отходим. Искоренение 5 секунд. Перед вальками не стоять, перед вальками не стоять. Просто играем. Кружок теперь, кружок. Ебать. Ты что, в вальке был? Давай, падаем. На. Три человека сорвали агрос Войда. Не, я упал. В смысле, ты упал? Ну. Давай, сейчас еще раз падаешь и заходишь на БДК так. Ну как? Наверное, сразу встал. Пули пала схватила. Рестер Шаман не хилил, наверное. Рестер Шаман не хилил. 10 волн за 3 минуты боя. Это не хил, это хуета. Яна, прости, но это правда. 10 волн, ты прикольнулся? Понятно, чем мы падаем. Рестер Шаман не хилит волной танк. Подошел. Ты будешь хилить волной? Да, что-то не хилили. Покажите детали смерти по воде, если осталось. Блин, я даже не заметил, ну, как он упал. Я думал, просто 3 смерти. Да не хилили его там, хуй знает сколько. Одно объятие вампира хилит. Ну, 1.5 секунды объятия вампира хилил, или только ТМТ. Прикольно. Прикольный хил. Мне нравится. Там, короче... Ладно. Я попробую сейчас еще лучше играть. Я просто подумал, что опять, короче, хилили, и это все вен. От Мишка, нет, которого ты 15к хп и брони. Просто как бы в таком случае, ну я не знаю, вот про Лича должны все 4 хила знать, что жнец вешается. Это, ну, серьезная хуйня. Там за 5 секунд может пройти дамага 120 тысяч. Вообще не просто так говорю, что вальки хулипал, надо что-то сделать. Зар, Белин, Дашкин. Ща ебаться. Дашкин, Квазар. Пускай. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться? На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь мучение сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. И отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной. Там Ракан убахил. Да будет так. Для меня тут 46 зелий дикой магии. Я оставлю тебя в живых. Бать, рост. Тогда я перебежу. Чума на 3 секунды. Здравствуйте, чума. Да, ловушка. Канами место между ловушками. Станьте звезду. Не молжа с ловушками или ловушка.
тума, security. На секунду. Жаль. Может, такие для тебя ромбик сейчас выйдет рэшек еще. На секунду. Медлики ловушка, медлики ловушка. Ладно, секунда. Рангби чума. Спел. Кашка-то капельку кидать. Давай. Протопал ловушка, все ходим. Процентов еще. Посмотрим. Если будет на миликов проводить рэш. Нет, не на миликов. РДД ловушка перебежали. Мама фокус Кира. Спел его диспел. На кружочке еще. На кружочке чума поставил кружок. Забери кружок, там по кружку. РДД ловушка, билин каплю на никого. Третий, третий, забери третий ваш. Подводи, подводи, не диспель себе, не диспель. О, красава. Повезло, да? Фу! Гимноман надо ставить это. Смотри, он сразу слился просто. Вот это. Так. Плевать и трэш. Транскюрит, не забывай. Шевногон вешать на. Транскюрит иннер апису. Раз у нас ДПС меньше. Три лямба вместо 2,5 слит. Как мир рушится вокруг вас. Поставили ровно звездочку. Полное исцеление. Сослетинка агро. Играйте по личу. Опять холи пал, маг и вафури. Подвали отошли. Киль, волна исцеления. Арзул осквернение. Рус и ром добить. Вот, стань ром. Рус и чуть-чуть осталось добить. О. Идем опять. Становимся так же. А кто из палов станет Вальку? Некогда. Билин сейчас должен станет, верно? Да, да, да. Хорошо. Сейчас на первой Вальке разбегаемся, двигаться Сакра, Мастер Аур. Все, вышли. Я в кружке. Сакра, я кружок. Всех надо Валик слить. Всех надо. В кружок застань. Войт, стань кружок. Треугольник не бейте. Вы разобьете нормально. Сейчас дам. Ромбу поиграем. Так, осквернение, одна секунда. Аж набрали. Осквернение на хилике. Давайте идем в центр. С другой стороны становимся. Войдика хилим. Славики. Круто пал в кружке, встаньте треугольник. Кружок, трусы играем. Скажи, кого встань. Трусы не надо. Трусы встань. Они застанем. На сквернение 5 секунд, всем выйти с центра и добить трусы. Пилика сквернение. Играем дальше. Молодец, фокус хира. Стоял звезде. Третий слаг за рейд. Давайте становимся как на первых вальках.
чуть повернее лича. 5 секунд до валик. Таня все так же. Инеры, секьюрити, залить. Сейчас вальки разольются, и мы выходим из-под них. Будет это осквернение. Зарма. Бружок, встань. А войду кого? Канет никого. Ромб, встань. Все в треугольник. Давайте, сыграли все в треугольник. 500 тысяч надо удалить. С центра всем выйти, будет осквернение. Играем пока в лича. Просто осквернение в центр. Апис, Иннер, Секьюрити. Вернение. Не лежу. Быстрее, быстрее. Забили на ДПС, быстрее. Надо правильно встать. Звездочку становимся, быстрее. Проебали людей на. Давайте, ром в трусы. В трусах эрдру. Вернение 5 секунд. 2, 1, вышли с центра. Вышли с центра. Пьюрити. Альпич, гимн от фир. Давайте в звездочку. Последние вальки сливаем. Будет дохилим. После валик сразу будет осквернение. Не провтыкайте. Выходим, 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 выходим. Так, я в трусах, если что, вышли с осквернением. Через кружок играем. Кружок, встань, если не можешь, потом в трусы играйте. Ромбик слить, это хил, и я в трусах, РЛ. Ромбик там тоже на... Ну, троп капельку на войда. Там какой-нибудь. Выжил тут? Да. Осквернение 5 секунд. 3, 2, 1. Идем на край к звездочке. Сейчас будет переходка. Ебать. Странно, что не было осквернений. Станы. Сука. Да нет, не прощайте. Гимн отхил. Гим даю на ману. На ману даю. Поднимаю Аписа. Вставай. Вставай, я встал, но я забагался. Конскюрит, поднимай Аписа. Я забагался, говорю, не знаю, что делать. Ну, сосать хуй тогда. Забагался. Ну, в три хила пойдем, без БРов. Так, КСС тогда, на Джейлис. Кто не давал на войду СС, давайте. Кого кидать мне? Гарзул, ты на кого кинул? Кружок. Да, у меня КДС прошло трое, еще минут. Писья на Джейлис кидай. Играйте в кружок, три хила идем. Security, Inage, Security. Кружок только бьем. Сейчас главное не срывать... Огроз духов. Тут надо выше идти. Так, в кружочек играем. Идем звезды. Там набрал агро, нормально. Отдаем звездопады. Кому по ситуации заливай. Я отдаю агро. Кидай на войду. Кому? Войд. Войд Бист. Это мишка такой у нас. Ну, да, я так, Крэку поседаем. Вдруг я не знаю. Так, милики, бейте лича, сейчас забили на духов, РДД только бьем, духов, то мы не успеем так. А сейчас мы отправляемся к трону. Да?
Так, где там еще дух есть? Я, короче, духа побью. Зачем ты забираешь духа, Валь? Ты дурачок? Я не забираю. Транга чуть не умер из-за тебя. Будет бист сквернение на танке. РДД, помогите мне убить духа. Гильдия протопала и БДК. Встанешь? Фибрилляция. Захиливайте пристабав и каску. Духа еще одного буди, взорвите. Дух, буди, буди. Так, я добил духа. Идем в звездочку. В смысле, я добил херил? Ну и еще. Давайте звездочку. Гера есть. Хорошо. А Апису второй раз БР можно дать? Нет. А, у нас же Швотин. Да, мне БР. Пожалуйста, помолчите. Давайте убьем спокойно. Он забагался, он же сказал вам, блять. Значит, после комнаты мы выйдем, подойдем к порталу и дадим рост. Вот и все. Так, Conscurit Inner Jailis будет Inner Calco, если будет. Сейчас будет выход с комнаты, мы... Давайте к порталу все за звездой, обнови тотемы, не забудь нам еще бить 25 лямов. Давай рост. Рост есть. Ой, да хилим. И протопало. Потихоньку видим босса. Мы потихоньку отбегаем от духов. Убегаем, видите, как звезда движется, потому что скоро будет осквернение. Вот секунда. И, два, один. Мили-зона осквернения. Мастер аур. Приличок. Ебать, далеко. Под залупа, сука. Не бегите к личу. Калк. Подымешь его. Потом как-нибудь, не знаю. Молодец, Калк. Вставай быстрее. Сразу же себя шоком, шоком, шоком. Блять. Как он сдох? Конскьюрит, хиль, кресты, молитвы, исцеления, обновления. Давайте, здесь главное выжить. Проходим дальше. Сакро, мастер аур. Давайте, проходим дальше. Проходим, 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 проходим. Транга, хиль себя тоже, не бегай. Проходим. Блядь, две бомбы, ёб твою мать. Падаем. Ну, не повезло, давайте еще раз. Если никто улетать не будет, будет лучше. Если Апис не забавляется. Давайте падать. Теперь придется кидать ГП тем, кто умирал на этом трае. Ты смотри, вот ты когда бежишь на ту сторону, вот когда лужа там была, надо было лучше впритык к ней лететь, потому что рейд не успел перебежать. Ну там, ну да, блять, если бы они смотрели вперед тебя, что типа на ту сторону бежать надо. Ну, короче, блять, рейд не успевает перебегать, когда меняешь сильно быстро вот это вот положение, где звездочка стоит, чтобы вальки кидали. Два раза прям такая ситуация, что сложно очень добежать. Учитывая, что дамажить надо, ну... Ну вот сейчас не повезло немного. С бомбами тоже не повезло. Сколько оставалось у босса? Да мы все равно не убили. Не если что, там оставалось 15 миллионов и 30. Вальки, если здесь осторожно. Да, поэтому либо мы переводим 25, либо меняем ДД
слабых ДД на мощных ДД, потому что это хуйня. Вот, например, там Газар. Еще, и... Там еще ретаунт. Ретаунт еще спиздил 11 секунд. Да, вообще жопа произошла. Я просто отводил лича, и когда ты его забрал, я оказался еще дальше в недосягаемости таунта. Вот дизайн. А зачем он вообще забирал? Ну, мастаунт в духов кидал. Я да, в духов кинул мастаунт, а там на тебя бы. Ну, нас охотник умирал или был до конца боя? Ну, охотник тоже слабый ДПС. Да я поэтому спрашиваю. Да, 6 лямов. Должно быть 10. Давай я зайду на мага. Будет 7 лямов. В смысле? Конта не будет, блядь. Смотрите, смотри, в чем разница. Я могу зайти на ханта и будет 10 лямов. Ты что-то не так делаешь за этого ханта, я просто не втыкаю. Да, блядь. Пафить, рейд. Да и круто, таким составом. Только если мы 25 переведем на третью, тогда да, еще есть шанс. Ладно, можно 10 лямов под берсой убивать. Ладно, 5 лямов. Ёбаный в рот, в демона выше ДПС по лечучему ханта, это пиздец. Нет, ты какой камп встал, если ты его не ресал? Ну, Войт его не ресал, как он встал? На СС не было Берна КД. Это магия какая-то? Неужели прибыль? Да. А, это не понимаю. Это было чудо воскрешения. Я подумал, что Конскюрит дал БР по Апису, но мы вдвоем дали. Да ладно, на самом деле повезло в одном, не повезло в другом. Должен был вообще улететь. Маги, дай тинту. Да бы точно вайп. Эпично, эпично вообще спасся такой на краешек прям. Я думал быстрее. ДПС еле хватает. Нельзя вообще никого отпускать. Видите, с одним варом ни одной вайки не отпустили. Кроме тех двух челов, которые летели в другие стороны. Но какие-то локи не фартовые, ни разу не летали. Да, это не важно. Подачу убиваем. Если подача не прокает. Геро, давайте. Бля. Я слышно в РК? Да. Ну тогда подождите, я завис. Бля, ловушка. Давайте быстрее заходи. Я завис. Все развис. Хорошо, я не буду больше. Калк. Белая ловушка. Миленький ловушка. Скрыть чума. ДД ловушка. Калок дай сектору газу сами. Копий. Шаркающий. На МТ ловушку милики. Ай-яй-яй-яй-яй. Не мог жас чума. Апис подымай, вайл мэджика. Где ловушка? Паф и каску, крест. Теперь я уже туплю. Звездопад под шарком еще. Вообще скатель куда идти? РД ловушка, билин каплю на. Я дал. Да, да, я вижу. Давайте быстрее, до шарка еще 10 секунд 2%. РД ловушка. Стоп по боссу, не бейте босса, не бейте босса. Все, там я проморожу вас
Да можно падать, там чему враг нет? Что-то с дамагом. Я говорю, давай, Олег, менять. Вот, потому что вот это вот... Чё там? Ну вот Рога, Хант. Ну это, блядь, хуйня полная. На какие-то вот цифры, типа, блядь, 12-13 хотя бы. Кресты дамажит. Ранга, блядь, крестов он дамажит, он зависает, блядь. Так там из-за тотема, типа, точечный дамаг проигрывает. Но там я завис в начале боя, я не бил 10 секунд. Блядь. Надо кого-то добирать, на Англив там, Янглив. Вместо того же Дессера. Дессер на Рогу нормального. Поклонский на нормального еще перса. Смотрите. Да, и БДК возьмем, чтобы балл. Да, вместо Энха. БДК это хуйня. Ну, из-за того, что у нас нет БДК, мы сейчас только баф тут перехерачим. Сколько? Энх один. Да хрена. А там Джерем у тебя вкачан, то там ветки? Нет, БДК не помню. Там не о чем. То, что Влад написал, то явно над не там ДПС. Войд БДК, Джерион Вар, а Десерка там. Не-не, у меня нет БДК. Джерион их нормально дает. Побольше всех. Больше половины рейда там может. А те вот, кто меньше дамажит, их можно бы подзагнать на кого-то. У Конскурида, например, есть этот ФДК. Если он ФДК зайдет, Джерем может хантом нормально. Ну, потому что мы сейчас будем валиться просто по КД. Третий шаркарь по КД. Валик еле сливаем. Это надо прям... Супер везение, супер концентрация какая-то, блин. Варенька, ты в РК? Потому что это, блядь, долго будет продолжаться. Олег, тебя не слышно. Я здесь. Баф оттирает. Смотрите, я могу зайти варом, но надо, чтобы фибрилляция ставила тотем этот, не из толстого ветра. Расчетом 20 метров от миликов к личу, личу к миликам, подваль, оковы. Туда-сюда. Ну, давай сейчас еще раз так попробуем. Пнашкин, Хрзу. Ну, либо Войд на БДК тогда заходит, и вы заходите на тех чаров, кем вы хотите. Туальпич. Точно фиг канон. Ваня, ты тут? Да, тут. Угу. Да это без шума, кому-то вступить ничего не надо. Так, Альпич надо... Замена срочно. Альпич камень дал пока. Ваня, заходи, кем ты был? Что надо? Ну, кто-то Олег... нужен? Ты можешь БДК. Смотри, Ваня, ты тут. Можешь, Ваня может БДК зайти, Войд в кота, Джерион на Фурика и Дессер там, кем он хотел. Если вы так хотите. А своего шамана в Альхе подамажишь, а я иду к варам зайду. Да не, я лучше на вара сразу зайду туда. Ты тоже на вара зайди. Вы слышали? Пускай лучше на БДК зайдет, а Войд котом.
То я на БДК? Да. Я потом не надамажу вам здесь нормально, не знаю. Кажется, больше, чем последние 6 человек с рекаунта. Да, блядь, доставьте ему того мишку. Насрать вообще. Ваня, давай, где ты там? Ну, вон, бери Англифвар. Англифвар фуловый дамажит нормально. У нас фул рейд. Да, Дессер там рога, дашки мало дают. Дессер зайдет на этого нового персонажа. Хотя рога тут фул. Че, мне идти на вара или че? Инхолак не надамажу, у тебя инхо более сильный. Да не, Ваня, давай ты на БДК, а Джерион на Вара тогда. И тогда не надо будет искать баф на хосту. Там же ДТ можно поставить в 16% вместо 20%. А как вариант Дашкина на БДК, а этот... Влада на рогу? Зачем этот БДК надо? Ради 4%? Ну, что, мне так много не нарешают. Так у нас хосты нет. Так ТТ Мэнха есть, 16%. Мэриков здесь прилично. У нас Энха нету. У нас Энха нет в рейде. А Транга? Он на Вара зайдет. Что? А Дисармор на какого-то ДД. Так я на Вара, а он Энха. На какого-то ДД возьмем ДД. Че бегает 20 раз? Если там Диме надо слот на ачивку, я могу вступить, мне не надо. Не, мне ничего не надо. Просто возьми Англифа вместо Алпича, раз он ушел. Конечно, дал Ваня. А кому еще слот? Да, сэр. Дай это, у тебя есть накидка? Не, по-моему, я продаваю. Блин. На мага перезашел. Кому не надо ачивы, можете свату уступить место. Не, не надо. То он что-то... Смотрите-то скажете, когда зайти, так извините, чтобы там места не ошибиться. Кто ему будет уступать слот? Ваня тогда уступит. Свата, ты пересумонился? Чтобы он пересумонился, надо, чтобы кто-то офнулся. Ваня офнулся. Ваня офнулся. Чё, ну смотри, там сваты же ему уступают. Рел в офисе сразу свата и жди команды, когда зайти. А что ты Вуди спрашивал про увечья? Не, я просто не знаю, как оно там в медведе работает. Просто коту это качать бесполезно. Коту, конечно, а мишка это основной агронабор. Это как ЛПшка или мощный удар. Маг бьет по нескольким целям? Маг релогайся. Под берсой по трём целям. Без берсы по одной. Там КД у него 6 секунд, а если вкачаешь 4,5. То есть через 2 скилла юзаешь сразу увечья, а так через 3 скилла. То есть агро очень много появляется. Ладно, заходи, да, сейчас суммоним тебя. Ну теперь у нас не 3 приста, а 2, и это плохо. Теперь я вообще один буду ледяной сферой. Дефибрилляция может на приста зайти, но как больше даст дефибрилля. С 3 приста. Если ей ачивка не нужна, конечно, я бы... Лучше, чтобы... Фокусира, ты будешь бить шары? Я просто не смотрел последние трая. Ты тут, ВК? Фокусира. Там Войт, если у тебя прожил, от женица проси каплю. Угу, хорошо.
Тут обычно хватает, ты можешь сам дать, если вдруг Эршаму или Халипала схватит. А так я на каждый жнец по пружинке жму. Он сейчас больше сконцентрирован на том, чтобы водить Лича вместе с Фальком, чтобы ДПС не терять. Слабо слежу за своим ХП. Это есть 4 хила. Ты, кстати, можешь поглядывать. Положение там ставить. Вдруг, кто знает. Ну я давал сейчас кому-то. Транга, что ли, в комнате. Там почти умер. Ну я не знаю, мы на один трайп только перевели и без двух человек на третью. И как бы это... Ну, кто там был фокус и кто еще улетел? Кто-то улетел еще, да? А маг. А, да, маг. Это огромный ДПС. Хотя бы 2 ляма, 3. Ну там, да, было бы на двоих 4 ляма точно. Может 5. Мы потратим. И ты смотри, будет, если... Я стараюсь как бы трон-портал играть, если... Ну, ты в центре, там духов тебе надо крутить. Не, это не то уйти их массово. Просто говори, чтобы люди уходили за ключу. Примите их сумму нельзя. Давайте чекаем и бафаем рейд весь. Есть рыба? Нет. Я запускаю. Раскол не забудьте и крик на ХП. Чего не хватает? Неужели прибыль? Сейчас должен быть мастерщик. Квест должен повыситься, верно? Что что? Да. Блин, фуловый хурик вместо 5.9. Да, как сказать. За то, что замучил и погубил десятки тысяч. Не знаю, Ваня 5.9. Адессер 5.8 был. С этим учение сам. И будешь молить о пощаде. Но я... Так, первую волну Вали Кромбик станет Animal Jazz, я уже забыл. Да-да. Крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Будет так. Герои в атаку! Я не могу атаковать цель. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты... Рост. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. РДД ловушка. Маркил Ромбик. Митильчу. Ты ловушка. Ты ловушка. Далеко стоял. Шаркающий. Ловушка РДД. Как выдавать? Спробуй. Не надо, говорят. РДД ловушка. 30% до перевода.
Секунда, ловушки. Или в звезду в одну точку. Милики на нижнюю. Внимательно, отбежали далеко. Они молчат, чума. Блин, капля на утроба. Тешки прожали. Мини-зона, ловушка, отбежали. Апис, подымай Белина. Гимн на хп, да. Там гимн на ману. Ой, да-да-да, на ману. Блин, каплю отдал, блин, и умер от кап. Надо без этого. Сложно. Понимаешь, что трудно переключиться в ледяной сферу, Кристо? Ну это надо сделать. Ну давай посмотрю потом, накину ГП, если что. Тоже 4 трая можно было духа. ДПС увеличился на 300 тысяч. Надо для подбосса. Так, сау. Два холипал, две совы холипал, прожмись, войд, хильти. Осквернение, одна секунда. Трусы, я в труса. Оха, падаем. А на ком осквернение было? Обец. Мне даже не показало. Если что, ваниш не всегда срабатывает, так что всегда надо убегать. Надо подальше от него отбегать. Сашкина. Ваниш срабатывает до того, как Лич начал кастовать осквернение. У него кастует, ну типа, он выбирает, ну получается, он кастует 1,5 секунды, 0,5 секунды он выбирает цель. Когда он выбирает цель, жмешь ваниш, и он перестает кастовать. Но когда он уже прокастовал на тебя осквернение, и пишет осквернение на мне, и ты жмешь ваниш, что он не снимает осквернение. Но так происходит. Ну, в общем, я замечал, что если я в начале каста нажимаю, то оно не разливается. Если где-то уже начиная с середины, то разливается. Я только что про это и сказал. Ну да, вот, короче, если очень быстро прожать, то работает. Квартиры резнулись аккуратно. Не знаю, о чем вы говорите, нажимал в самом конце каста, и осквернения не было. Просто от Лича надо находиться немножко подальше, метров 15, потому что у него есть зона, в которой на инвиз палят видимости. А если ты из зоны видимости выходишь, то он не даст осквернения. То есть если впритык к нему стоять, то осквернение никак не скинешь. Ну, как бы ты там не давал, ваниш. Фантом скинешь. Ну, фантом, да. Потому что притвориться мертвым — это эпичная штука. Все знают историю про какого-то канадского мальчика или как там, блядь, который притворился мертвым, там оленя на себя приманил, типа, ну, скиллы охотника заюзал из Варкрафта. Только свою сестру там спас или кого. Ты что, так критично смотришь? У кого фласка на ДД? Че говоришь, Ваня? Ты что, так критично смотришь? Нет, это случай реальный такой был. Анимешник что-то сказал про дичь, который кто-то такой смотрит. Он по
потом интервью у него брали, он говорит, я как применил скиллы охотника из Warcraft, говорит. Аля не убил, а он его приручал, да? Не-не, он таун заюзал, ну, вот этот отвлекающий выстрел, типа. И когда лень на него побежал, типа, он притворился мёртвым, блядь. О, это мальчик, ладно, дурочка срочно. Можно такой вопрос? Зачем нам Элен, если Пальпация получает та, чего на Пальпации, у нас есть ШП? Так просто спросил для себя. Я бы рекомендовал зайти на ШП. Для Мувика. У нас же в рейде Медведь и Энх есть. Ну, в Элем не обязательно Сова есть. Да, я бы еще нужен Аркан. А, вот могу зайти. У нас вайпа не из-за Энха. Да. Есть у кого фласка мида? Ну, да, есть. Два вайпа из-за ДПСа. В первой фазе. Сейчас вайпы залужи. Только трая было уже 5. Кинь мне обмен. Я кличу. Да, 5. Наверное, 5 или 4 где-то так. А ты даришь? Да. Я запускаю. Ну, там один вайб был из-за того, что Войда не хилили, потом вайб. Вот это лужа. Два вайпа из-за того, что ПС не хватило. 4 и 5 вайб в последней фазе. В сути, один нормальный из 5. Ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. У тебя кнопка, чтобы открываться стоит. Через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Слышно? Твои отчаянные крики послужат доказательством. Ты слышно? Моей безграничной. Скажи, что еще? Алло, алло. Не слышно. Да будет так. Герои! Сейчас завис. Развисай. Я оставлю тебя. Можно добить, мы уже упали. Ком ловушка. Мирик. Мида. Чума готовится. Блядцы. Круто, у меня забагались фреймы. Дело типа. Все развис? Да, но у меня фреймы. Вот. Ловушка. Ну пока бейте, а я придумаю, куда убрать эту пати. Да, наверное, да, там? Брал. Ой, шарк пищи. Миленький ловушка. Дай один кочма. А, кстати, ДБМ не работает. А, нет, работает. Ловушка. Сколько процентов босса? 4. Тщеславие, чума. Спел. Он почти умер. Так, ловушка, одна секунда. Великий ловушка. Все на край. Фокус хира гимноману. Велика оставляй гимноману. Conscript Inner Security. А, Peace Inner Jailis. Братья духов.
Апец, подымай Харзула. Ганс Спирит, подымай Харзула. 5. Придется подымать мне. Кто даже не может. Проблемы. У вас есть хоть БР? Да, да, все. Я сказал уже 5 секунд. Хватит, добиваем духа. Короля мы еще. Затопите с осквернением, как на прошлом. Здорово, народ. Здорово. Тут анбаф. Звездочку. Так, первый далеко. Что-то стоял Дашкин. Рог Дашкин. Вот, стань кружок. Рога Макхант. Осквернение. Пе. Трусы еще 500 тысяч надо слить. Ну, ромб еще там надо посливать. Давайте прям в центр. Дали в звездочку. Сейчас будет осквернение на первой вайке. Ну, разбежались. Осквернение. Так. Два хила схватило, прожмись. Войд. Утро. Оп, каплю на Войда. Кружок играю. Два хила схватило и Лока. Теперь нужно полечить. Иди пока к порталу лича. Осквернение скоро, секунды. Два. Осквернение на смарткиле. Первый сектор газа далеко, холипал. Играйте трусы, ром. И, ну, пробуйте кружок. Ну, бяра, это да. Да, устану. Разбейте. Кружок играем. Кружок разбили. Теперь надо брать трусы. Дурачок, блядь, ближе к нам стоит. Хелика гимн отхил. Трусы разбить, разбили. Все живы. Апис, поднимай суслятку. Дали в звездочку, дали фулбаф. Листобаф, каску, полоку, помогу. Пять будут вальки. Нет, Ханта схватила Эрдро и Ретрика. Осквернение одна секунда. Через кружок играем. Кружок 200 тысяч еще разбить. Потом в ромб 700 тысяч. Конскюрит, подымай ёбу. Трусы теперь 600 тысяч. И Бэра от недохила просто. Бол. Медилича в центр. ТБМ забагался, либо осквернение, либо вальки. Ну, нет, так повезло. Давайте в звездочку. Играйте вальки, осквернение на БДК. Играйте в кружок. Кружок, так там топ ДД. Кружок, ромб. Кому дать? Давай ромбу дам. Давай ромбу, все в ромб сыграли теперь. Ромб 500 тысяч. Трусы, Дашкин, кто-нибудь, играйте, короче, станьте трусы. 100 тысяч трусы, осквернение 5 секунд. Сколько процентов увеличить? 47. Последнее. Осквернение, оп. Да, ты прав. Давайте под меча. Звезду. Так, кружок играем. Все в кружок. Эрдру тоже сыграем, это трусы. О, господи, трусы не туда улетели. Трусы играем, это Эрдру. Искренне. Пизда, ебать. Ебать.
Почти разлили. Прожми дубовую кожу сейчас. Прожми дубовую кожу, выбери. Молодец, что ты не прожал дубовую кожу, не захилил себя. Топу не топовый эрджу просто. Я подниму его, сейчас зайду на карту. Везде, отожми будет. Только не забывай. Отойдите от края. Давай, поднимай. Добивайте, переводите лица. Стан, мастан дайте, мастан дайте. Отдал. Сейчас я его резну. Только зайду на край. Готовьтесь его захилить. Так, гимн отхил примитив. Потом гимноману поешь. Есть гимноман. Теперь фулбаф по Апису. Так, есть еще БР плюсики. Так, ебаная платформа, СС. Верно? Ну, кидай СС на Аписа. Мне на кого? Накалка. У нас 4 БР от недохила. Жесть. Давайте в следующего дух. Так. Conscured Inner Jellies. Рассосились рыжу, вас пробивает сильно. Так, играем в последнего духа, кружок. Перку подбить. Транга 20% хп. Пронавечно под мордой сюда. Поставь метку. Не, я не стоял под мордой. Близко уклонить. Ну, можете посмотреть за мордой. Это моя проблема, то что вы не ученики. Ладно, пошли дальше. Ты впереди бомба, Стин, покажи. Сейчас повезло просто, что за одну секунду до комнаты, а за три. Гера. А что так быстро откатилась Гера, или ее не давали? Первая фаза. Первая давали. А, да, я забываю. Ты пока не давай, сейчас дух. Ну, по команде, короче. Пера. Парзул умирает. Посмотрите, где мой труп. Я вижу, что платнука. Провал агро, наверное, да? Не знаю. Будет ГП, наверное. После этой комнаты это Димрос. Терпение 5 секунд. Нелизон, осквернение. Да, да. Все верно. Мы потратим время, чтобы с этой лужи выйти, Дашкин. Надо. Почему вы духа не бьете гневного? Да вот хуй знает, что не вынимет. Да забейте на гневного духа, у него нет берсы, потом он добьется. Давайте, сука, нормально играть, нахуй заебали. Мне, блядь, 4 часа на... Пиздец. Ну чего за пароли? Такой с духами? Ну да. Ой, посмеяться. Да, я бы тоже. Можно маны по Лену? Нет, маны. Гугим на ману отдать сейчас. Крылья вам дать. Надо, нет? По концу не отдавай. Еба. Я потом уже. После Гирса. Да. Давайте к звездочке, отходим и даем рост. Прячьте залеча быстро. Йоба, ты здесь еще? Что я подниму? Вернение 5 секунд. Отошли к трону, духи спускаются. Лучше бы демона поднял. А, демон?
Думал, ты демон. Харзула. Харзул, ты тут? Да. Помню, сзади слева от тебя. Я знаю, где ты. Давайте еще 15 лямов. До Берсы сколько там? 5 минут, что ли? Минута 40. Че вы мне отбегаете от духов? Давайте в звездочку. У нас будет минута, дамажить лича, потом еще комната и берса. У нас будет 20 секунд, 30. А потом, если мы 10 лямов присвоем... Стой! Ну там кто-то ШП побежал раньше тебя. Короче, после комнаты надо стараться хотя бы 3-4 ляма оставить. Тут после комнаты раздадим, взорьем. Да ничего, еще раз дадим. Да, сейчас я Харзул тебя поднимаю, ты сразу отбегаешь к порталу, ты понял? Да. Отбегаем к порталу. Сейчас никто не должен умирать. Беса вызови сразу на этого, на лича. Дайте еще один рост для Харзула. Реляция рост, каску по Харзулу. Все, отходим. Ладно, еще разок. Отходим. От портала отходим, духи спускаются. Одна секунда осквернения. Славия осквернения Мелизон. Отдаем. Сколько до Берсе там у нас? Ману, пожалуйста. Это реально пока. Ладно, 4. Ебать. А все, так, комната убьет. Ебать. Сука. Короче, надо просто, чтобы 25 переводить, и не то, чтобы где падал, тогда можно убить. Да, хотя бы 24. Сука. 25 надо. Вот от недохила ты говоришь, да? А почему? Как? Там людей, я видел, по-моему, двух человек, из Валик скинуло в осквернение. Из-за этого они умерли. Маг, по-моему. И этот друид. Ну, блять, это либо рейд перебирать сейчас опять, либо, блять, хуй знает. Следующий трек. Ну а. Рейд не хилит рейд. Просто маги умирают с ранеными. Ну, мага просто умерла, мы потеряли на них бэры. Разул там умирает как-то. О! Жадва хуярит, блядь! Не, ну это понятно, потому что подберсует он 500%. Какого хуя все умерли, я сейчас зашел и опять от жадва умер. Попробуйте выйти из тела все. А не лежать там.